Привет, мои двухколесные друзья! Если вы успели заметить, то на мне новенькие перчаточки Alpinstars, о которых я сейчас и расскажу. Несмотря на то, что это укороченная версия перчаток, они обладают несколькими защитными функциями, прежде всего на косточках. То есть, с одной стороны, с виду вы не видите защиты, но внутри она присутствует. Что, как бы, интересно для тех, кто ездит в стиле кафе-рейсер, когда хочется такой непринужденный вид, будто у вас просто на руках кожа. Ну, вот они этому соответствуют. Плюс кожа тут перфорированная, то есть наши ручки не будут потеть. При этом ладонь усилена дополнительной вставкой, но под большим пальцем есть тканевая вставка, которая позволяет нам чувствовать клипон, ручку газа и прочие рычажки. То есть конструкция перчатки позволяет руке быть чувствительной. Также на запястье есть вставка резинки, что позволяет перчатку фиксировать плотно на запястье. Туда у вас не будут задуваться мухи, и она у вас не спадет резко, когда вам этого не нужно. Кстати, на этих перчатках есть один интересный момент. У него есть тач-палец, то есть вы можете пользоваться своим телефоном, не снимая перчаток. Я думаю, наверное, это важно. Собственно, я сама грешу, знаете, там на светофоре, в навигаторе потыкаться или еще что-то. Ну, как бы такая функция лишней не будет. В принципе, они достаточно быстросъемные, но при этом, видите, на липучке фиксируется все жестко, и рука с одной стороны не чувствует себя скованно, а с другой стороны защищена. Они выпускаются в нескольких цветах. Я выбрала себе синий. Если вы по предыдущим моим видео смотрели, то есть интересные мотоботы к ним. Ну, как бы для городской езды самое то. Ну что, друзья мои, удачи вам на дорогах! А я в следующих видео расскажу вам еще что-нибудь интересное. Пока-пока!